Памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий, теперь есть на территории Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации. На торжественную церемонию открытия пришли сотрудники воинского подразделения, военнослужащие 45-й инженерной бригады и Международного противоминного центра, ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты, школьники и руководители территориального управления. Сегодня знаковое событие в нашем поселке. Действительно знаковое. Почему? Потому что именно в этих стенах 15-го ЦНИ установлен памятник воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий. Для Нахабино, для кузницы инженерных войск, можно так сказать, это не просто событие. Это олицетворение того, что было достигнуто даже в этих стенах. Новые технологии, новые разработки тех ученых, которые до сих пор трудятся здесь. Памятный знак выполнен в виде земного шара, на котором звездами отмечены страны, которым была оказана интернациональная помощь, где воевали советские и российские солдаты и офицеры. Инициатором установки монумента на территории института стал заслуженный ученый, лауреат Государственной премии СССР Александр Алексеевич Малышев. Он также выполнял интернациональный долг во Вьетнаме. Это память, что ли, о тех, кто туда ушел и не вернулся. Память о тех, кто всегда готов. Каску и пошел. Нас не спрашивали тогда же ведь, хочешь ты или не хочешь. Вот. А говорили, что надо. Вот это надо. Оно и в Советском Союзе тогда очень много значило.